Добрый день, дорогие друзья, и приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим про самую жуткую серию Тома и Джерри. Фильм «Попутчик», главную роль в котором сыграл несравненный Рутгер Хауэр. Попутчик. Джим Холси получил непыльную работенку перегнать новый кадиллак из Чикаго в Сан-Диего. Все идет хорошо, пока в западном Техасе он не подбирает человека, представившегося Джоном Райдером. Первые несколько минут все идет хорошо, но затем попутчик начинает странно шутить и угрожать Джиму ножом. Водителю удается выбросить странного попутчика на дорогу, но на следующий день Джим снова встречает Джон, и он понимает, что он не сможет так легко отделаться от этого странного попутчика. 80-е годы пошла мода на маньяков из потустороннего мира, включая фильмы про Фредди Крюгера и Джейсона Вурхиса. В этих фильмах огромное время тратилось на объяснение причин действий и прошлого маньяков. Но в реальной жизни ты ничего не будешь знать о прошлом маньяка, и монашка не расскажет об его слабых чертах. В реальности ты окажешься один на один со страшным маньяком, и ты не будешь знать, хватит ли у него милосердия убить тебя сразу, или он решит немного поиграть с тобой. Маньяк Рутгера Хауэра – существо без имени и без прошлого. На него нет данных ни в одной картотеке. С первых секунд от человека со странным акцентом веет аура безжалостности и пренебрежения любыми законами. Джон, он как здоровый и ловкий уличный кот, которому скучно просто поймать мышь, и он решил немного с ней поиграть. А мышь, которую зовут Джим, попала на территорию кота. И кот Джон настроит против мыши весь Техас, включая полицейских. Поэтому Джиму будет угрожать опасность из каждого угла. Но Джим принадлежит только Джону, и поэтому если другой кот начнет настигать Джима, то Джон жестоко расправится с ним и продолжит свою садистскую игру. Ведь это только в Томе и Джерри мышь способна навалять коту. А в реальности у мыши практически нет шансов. Но если вы хотите узнать, чем закончилась эта история, то посмотрите «Попутчика». До новых встреч, друзья!